А вот жителей дома номер 33 по проспекту Мира вот уже на протяжении 3 месяцев терроризирует пенсионерка по имени Рая. Глубокой ночью постоянно включает телевизор на всю существующую громкость и с завидной регулярностью стучит по батареям, оповещая всех соседей угрозами и обилием нецензурной брани. Каждому жильцу у нее чисто индивидуальный подход. Допустим, соседки, живущие этажом ниже, баба Рая обещает устроить потоп. А в последнее время пожилая гражданка держит в страхе всех жителей тем, что взорвет этот дом. Мы взялись проследить за этой ситуацией. Все подробности расскажем уже в эту пятницу, а прямо сейчас коротко о том, что будет во второй части нашей программы сразу после рекламы.